Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас на обзоре ручка Wings Sun. А почему она привлекла мое внимание? Дело в том, что такой ручкой писал я еще в те далекие доисторические времена, когда еще учился в школе. А такие ручки у нас в школе считались достаточно хорошими и иногда даже продавались в канцелярских магазинах. Поэтому сегодня случайно совершенно я нашел эту ручку на Алиэкспрессе. И вот хочу представить ее на ваш суд. Значит, что из себя представляет эта ручка? Довольно классический состав. Металлический колпачок, пластиковый корпус. Ручка, как говорит изготовитель, первого у него иридистое золото. Цвета на продаже — это бежевый, черный, красное вино и зеленый. Вес данной ручки 14,6 грамм. Длина 140 мм. Диаметр в широкой части — это 11,6 мм. Ну, теперь более подробно. На колпачке у ней написано Wing Sun по-английски, и тут, видимо, по-китайски, и модель 233. Колпачок у этой ручки достаточно жесткий, насколько я помню, по эксплуатации достаточно быстро отваливался. Но, тем не менее, считалось, что ручка хорошая. Открываем колпачок, видим характерное перо для Wing Sun. Ну, для начала колпачок. Видите, у нее в колпачке такие, как лепесток, цветка для захвата тела ручки. Ну, я такой, в общем, только у этой ручки видел. На других ручках я таких вот захватов не видел. Ну, больше ничего интересного он не представляет. Теперь, собственно, сама ручка и перо. Перо. На перо написано у нас Wing Sun. Сделано в Китае. Перо такое захватывает даже грипп-секцию немножко. Очень интересный фидер у этой ручки. Размеров интересного дизайна. Пластик, полностью черный пластик. Здесь такая желтенькая вставочка, которая немного ее, ну, вид как бы удешевляет. Но с другой стороны, нормально здесь видно, есть ли чернила или нет. Откручиваем, собственно, колпачок. И видим заправку типа пипетки, тоже очень ненадежная, и в свое время очень часто она ломалась. И вообще вот это место у них очень слабое. Здесь металл, здесь пластмасс, ну и, соответственно, очень часто ломалась. Тем не менее, попробуем сейчас ее заправить и что-нибудь написать для оценки пера. Так, для заправки остановись. Тряпочка знаменитая. Чернила возьмем ярко-синие. Так. Ну, попробуем. Очень неудобная, конечно, эта штучка. Мне она всегда не нравилась, но... Кстати, у Паркера тоже есть такие. Может быть, это и копия из Паркера, в общем-то. Сейчас мы ее вытрем. Итак, закручиваем чернила. Сторонку вытираем перо, да, иридистое золото, сразу видно. Пишем, это у нас
Ну что, скажем, по поводу данной ручки. Перо, мне кажется, стандартное китайское, вот, по мягкости. И она, скажем, вот я сейчас сравниваю с ручкой Паркером, совершенно, ну, отличается, естественно. Даже Паркер тот, который является копией. Вот. Но, тем не менее, она пишет хорошо, пробелов никаких нету. Можно даже делать очень жирные и очень тонкие линии на ней. В общем, ручка ничего, нормальная, подтвердила свою школьную, мою школьную привязанность. Приятно было увидеть ее на просторах интернета, и, в общем-то, поэтому я ее заказал. Довольно своеобразная ручка, у него есть еще, попробую, ну, модели другие я не видел тогда, в то время. Сейчас у него есть другие модели, вот это вот Wing Sun. Wing Sun, кстати, может быть, это ветер солнца переводится. Так, что по техническим данным я сказал. Посылка шла 29 дней. Стоила мне 800 рублей эта ручка. Ну, достаточно долго, конечно, по сравнению с другими ручками она шла. Но, тем не менее, вот она пришла. И, собственно, ну, я рад ее увидеть. Вот такая вот ручка. Ничего особенного, казалось бы. Но, тем не менее, вот она присутствует у нас на обзоре. Кому интересно, смотрите ссылки под видео, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. На этом все. До свидания, до новых встреч.